Программа «Стиль жизни» вместе с вами. И в новом 2020 году мы продолжаем следить за новинками из мира модной индустрии. И, конечно, мы с вами найдем эликсир вечной молодости. Поэтому мы пришли в гости в представительство «Бабур». И рядом со мной красавица и представитель прекрасная Эвелин. Чао, привет! Ну, чао, привет, Анатолий. С Новым годом! Хиату тастат! Хиату тастат! С Новым годом! Как тебя, так и всех наших телезрителей Прибалтики. Я хочу напомнить, как мы познакомились с Эвелин. Это было в прошлом году на модном светском мероприятии. В тот момент Эвелин была не только представителем Бабур, но и также моей очаровательной соведущей. И, конечно, я отметил красоту и молодость. В чем же твой секрет? Мой секрет, я думаю, что это, что я люблю, что я делаю. И этот вечер, когда мы познакомились, это было просто прекрасно. Действительно, залог красоты и молодости – это хорошее настроение. Ну и, конечно, секреты от Бабур, которые мы сейчас раскроем. В первую очередь я хочу у тебя узнать, откуда появился бренд Бабур и сколько ему лет. Бабур – это немецкий косметика. Профессиональный бренд Бабур – это делал доктор Михаил Бабур в Германию уже больше, чем 50 лет. И где мы сегодня, это называется Бабур Beauty Spa Tallinn, который работает как представительство этот бренд, шоурум и, конечно, дневной спа Бабур Beauty Spa Tallinn. Здесь в спа есть разные уходы для лица и, конечно, тоже для тела. Ну а сейчас хочу спросить, если речь идет о модной индустрии и трендах. В прошлом году главный тренд – это анти-эйдж. То в этом? Но в этом году мы говорим, что самый большой тренд – это не антиэйдж, это про юв, про молодости. С чего начинается красота? Наверняка с очищения вашей кожи. Я всегда говорю, что самый важный этап уход кожи – это очищение. Так что каждый день надо использовать хорошие продукты, и у нас есть большой выбор. У нас есть серия Бабур Cleansing, и там один очень популярный и специальный продукт, это называется Бабур Enzyme Cleanser, и там энзимы и С-витамин, и это очень хорошо очищает кожу. Я также еще слышал, что он выглядит как настоящая пудра. Да, это как пудр, и очень популярный в весь мире. И, кстати, на заметку для наших телезрителей, представительства Бабур Spa Beauty находятся как в Эстонии, в Таллине, так и в Латвии, в Риге. Поэтому все очень доступно, удобно и, конечно, комфортно. Но а также наши телезрители особенно любят последние модные тенденции, светские мероприятия и праздники жизни. У нас около 3 раза в год такие специальные мероприятия, которые называются Бабур Beauty Party. Последнее не было давно, и тогда была презентация новой линии ревюси. Конечно, были прекрасные гости, музыка и прекрасная атмосфера. Как сказала Эвелин, новая линия ревюси, в которой будет поддерживать красоту и здоровье вашей кожи – это, пожалуй, самое главное. А какие продукты красоты включены в эту линию? Но в эту линию там все, что надо для лица и тоже для тела. И Эвелин сказала мне по секрету, что если вы не успеваете выспаться, то есть секретный ингредиент – тот самый серум, который нужно нанести до сна. И после этого, когда вы утром просыпаетесь на работу, то эффект не заставит себя долго ждать. И будет такое ощущение, как будто вы отдохнули или только что вернулись с отпуска. И, кстати говоря, именно в этом направлении используется технология, которая получила даже Нобелевскую премию. Да, это правда. И этот ревюсив линия, это работает с хромосомами. Так что все будут молодые и красивые. Вместе с программой «Стиль жизни» мы общаемся со звездами и, конечно, все хотим выглядеть как настоящие представители светской жизни. Поэтому в Бабур существуют ампулы красоты специально для настоящих звезд. Да, я думаю, что у Бабур есть самый большой выбор ампулы. Но есть, например, ампулы для жирной кожи. И это дает именно матирующий эффект. Ну, а если у вас предстоит светское мероприятие и, конечно, макияж,
макияж. Для этого перед мейкапом нужно также использовать ампулу красоты. Для этого у нас есть Perfect Glow, самый популярный. И также есть еще и другие ампулы, например, Anti-Age или с витамином, так что выбор есть. И для того, чтобы у нас было потрясающее модное настроение, пожелание в Прибалтику. Помните, что кожа только одна. Наряд можно поменять, а кожу нет. Поддерживайте красоту и молодость вашего лица и тела вместе с Бабор. И главное, помните, что ваша внешность – это зеркало вашей души.